Стражи порядка раскрыли дерзкое преступление. В марте прошлого года в Ангарске без вести пропал молодой человек. Он трудился в одной из строительных компаний и, по показаниям родителей, не вернулся с работы домой. К раскрытию этого дела были привлечены участковые и сотрудники уголовного розыска. Нам пришлось сначала изучать личность потерпевшего, устанавливать его связи, знакомых, круг общения, чем он занимается, быту. И только после этого уже мы смогли очертить круг возможных подозреваемых, которых начали отрабатывать на причастность к совершению преступления. В ходе расследования выяснилось, что пропавший молодой человек употреблял наркотики. Это и послужило причиной конфликта между ним и убийцей. Преступником оказался ангарчанин 1987 года рождения. Сейчас он находится под арестом. Задержанный уже дал признательные показания.